Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Болотная атака 2. 37 монет, собери. Собрал. Это за второй день. Спасибо большое. Так, у меня 41 монета. Этого мало, очень мало. Мне не хватит никого вообще прапать, если честно. Хотя, подожди-ка. Мистер Вэй, ты как? Оу. Хотелось бы получить эту черепашку, но успеем ли мы с тобой? Так, 150 монет, понятно. Ну что, друзья мои, 31-я миссия на кону. Я беру нашего старого бродягу Джо. Где он? Вот он. Слушай, погоди, а может быть нам не Джо взять, а все-таки сынка Сони? Давай-ка я, наверное, возьму его. Он, в принципе, неплохо себя зарекомендовал. И я думаю, мы с ним пройдем 31 уровень, даже может быть 32. Бойся, бойся, как можно сильнее. А вот то, что комары на нас летят, это плохо. Потому что кузена Роя у меня пока нету. А они меня сейчас будут заплевывать. Да чтоб тебя. Блин, как специально, а? Подгадали, да? Чтобы я был без кузена, и они меня в этот момент расстреливали, расплевывали. Так, крокодилы, ну-ка, заморозьтесь. Угу. Так, еще заморозку сюда и сюда. Так, минус. Давай, родной мой. Шмаляй. Ты же целый год где-то пропадал. Должен был научиться боевым навыкам, ё-моё. Дедушка Вэй, вьетнамец, себя должен был научить, как воевать с этими пройдохами. С этими крокодилами и крысами. Так, тихо, достанут же, а. Меня достанут больше комары. Вот эти вот москиты. Вот они больше всего напрягают. Ну, дед! Твою ж налево, доигрались, да? Мы с тобой доигрались, потому что у нас закончились просто-напросто боеприпасы. Давай смотреть за видосик. Ну, где вы там? Ну, с вами-то я разберусь, наверное. Так, минус. Ну что, два комарика, и, ребята, мне нечем их побить. Ну ты прикинь, а, и как я должен здесь билетик? 16 гемов. Ну, придется потратить гемы. Придется. Так, перезаряжайся давай. Вот ты прикинь, вот тебе и Сони. Он меня очень сильно подставил. Во-первых, я гемы потратил, хотя гемы мне здесь тоже не особо, как говорится, и нужны. Ладно, бонус за здоровье 1900. Этот уровень мы с тобой прошли. На 3 светлячка, слава богу. Так, сундук. Что нам здесь выпадет? 29 монет, сварной, сосед Вилли и гемы. 4 штуки. Так, погнали тогда далее. У нас здесь сколько? 40 уровней, насколько я помню, да, на втором этапе. Вот мы 40 уровней, наверное, с тобой сегодня и пробежимся. Так, я возьму, наверное, все-таки нашего тормоза Джо. Тормоза Джо. Так, подожди-ка, нам нужно с тобой 32-я миссия, где мы должны, да, защитить куриц. Ценная стая. Блин, я вижу только здесь паршивые эти. Эй. Кузен, ты, надеюсь, там прикроешь? Так, хамелеон идет. Блин, ты, кстати, заметь. Ах ты, муху специально отправили, да, сюда? Конечно же, специально. Давай бомбить. Куда ты идешь, горилла несчастная, а? Че-то Джо, по-моему, наш сдает позиции. Ну... Долго мне это терпеть? Так, одну уничтожили курочку, ты смотри, а. Сейчас и вторую убьют. Ребят, последняя курица осталась. Трындец. Пришлось вот так вот делать. Да, друзья мои, вы, видимо, были правы, когда говорили, что дальше будет просто жесть. Я уже вижу, для меня уже жесть. Я боюсь даже представить, что дальше будет. Я уже боюсь этого, понимаешь? Ну, ты посмотри, ну что они творят, а? Ладно, эти комары, ну вот эти вот куда лезут, а? Крокодил жрет курицу в наглую. Блин, я все гемы растранжирил, все абсолютно. Бонус за здоровье. А что, меня кто-то тронул там? По здоровью вроде бы и не скажешь, да? Все хп было целое. О, хороший сундук. Ну-ка, посмотрим. Так, 29 монет. Фрости. Оу! Ларри, новый персонаж.
чувак, ну, как тебе сказать, с дробашом. Кто это? Это, наверное, какой-нибудь дядя, может быть. Надо почитать про этого персонажика. Вот он. Что ты себе представляешь? Так, во-первых, у него, ребята, винтовочный гранатомет. Заряжен одной огромной гранатой, взрыв которой убивает всех монстров из воды. Вот даже как. А это что такое? Предназначено для уничтожения линкоров и подводных лодок. Также эффективно против монстров. Окей. Кто ты такой сам по себе-то? Шурин. У Ларри стальные нервы, ведь он долгие годы провел за рулем грузовика с ржавыми тормозами. Типа дальнобойщика, да? Которому на все по барабану. Ну что же, прокачиваем его до второго уровня. И я, ребята, думаю, что вы не против, если мы заценим этого Ларри. Как раз на 33 уровне. Посмотрим, что он из себя представляет. Настолько ли он хорош, как про него тут пишут. Подожди, а что так? А почему так интересно по-дурацки он как-то стреляет? Или мне просто показалось так? Ать! Ну, по большому счету, что я хочу от него, да, ребят? Если он второго уровня всего лишь. Второго. Да, блин, мне нужно вон туда, вон бомбить. Что ты делаешь-то? Да. Я что-то вообще не могу попасть по ним. Что за фигня-то происходит? Как-то он по-дурацки стреляет, если честно. Вот я серьезно говорю. Не могу врубиться. У него, говорили, одна мощная боеголовка. А где боеголовка, если он строчит, как из автомата обычного? Что же в нем тут такого, а? Супер-пуперского, объясни-ка мне. Последняя волна, спасибо большое. Ну ты посмотри. Как-то все равно корявенько, ребят, получается. Ну, бросим. Ну, как тебе сказать? Все, мне крышка. А мне крышка, я могу только лишь вот так сделать. Ну что, полное здоровье. Погнали. Что-то он мне напоминает чем-то сварщика. Очень сильно напоминает сварщика. И в конце у него тоже есть боеголовка, которая добивает, да? Фиг с ним. Ну, второй уровень все равно, ребята, слабоват. Надо нам с тобой отыгрывать вначале имбу. 33. О, сундук, кстати, хороший. Сколько монет? 99. Вау, Ларри. 18 карточек на него, прикинь. Пейпер, Фрости и Гема, 4 штуки. Ну вот, вот, друзья мои. Так, а мне хватит денег, чтобы прапать? Скорее всего, не хватит. Мне же нужно 250 монет. Для того, чтобы я смог, естественно, улучшить нашего Джо. Ладно, будем копить, ребята. Ну что, вперед, как говорится, и с песней. Дождливые денечки у нас тут начались. Ой, я и про кошек-то про этих совсем забыл. Они вот появились. Вот они, кошки эти. Блин, как их тяжело разбирать, а? Давай ты, господи, ну... Так, пора вот с этими, наверное... Твою ж налево. Хамелеоны эти. На тебе, гаденыш, на. Получи. Все, выкусил. Так, давай, 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 давай. Да ну! Да ты издеваешься надо мной сейчас. Прыгает он там. Так, слушай, ну перезаряжайся быстрее-то, пожалуйста, а? На, на. Так, давай, давай перезарядку. Погнали. Так, так, ага. Изи, найс, кул. Very good. Кого поймает, зашибут. Давай. На, еще горяченького пирожочка хочешь? Держи. Лови, мне не жалко, так перезарядка, пока они там галю нет. Изи, найс. Смачковски. Вот так вот дядюшка Джо разбирается. Фух, шикарно. Да ладно, ты что, серьезно что ли, блин? Ну ведь идеально же было. Ну как так-то, а? Так, 4 карточки нам с тобой достается. 50 монет. Уэй. Сони. И билетики. И билетики. Так, ну что, Вэй тоже у нас будет потом по прокачке. А хватит ли у нас... Не хватает буквально чуть-чуть, ребята. Чтобы открыть последнее оружие, которое будет. И у нас 35 уровень. 35 уровень. Фух.
Так, бойся, бойся как можно сильнее. Почему я должен бояться как можно сильнее? Что это вы тут придумываете мне тут ерунду всякую? Я не хочу, может быть, бояться. Так, тихо. О, я специально, ребят, так делаю, чтобы они там галюньки ловили, а в этот момент я их мог вот так вот подстрелить. Вы что, специально, что ли, а? Делаете так? Такую вот толпучку, так сказать, да? Из хамелеонов и крокодилов. Мне это не нравится. Эй-э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 й
старый пройдоха, совсем забыл. Ну, сейчас тебя распишут здесь. И это по твоей же собственной вине. По твоей же собственной вине. Если ты проиграешь, то пеняй сам на себе. Потому что ты не смог справиться. А почему не смог справиться? Потому что ты забыл про свои любимые гранаты. Вот из-за этого только. Сейчас удар сделают, а не сделают. Крокодил этот сделает. Или вот этот... Нет! На микронах, друзья мои, выжил. Бонус за здоровье 0, потому что здоровья практически не было. Это надо так сыграть еще суметь. Ты думал, что все так просто? Нет, ребята. Так, сундук. Что нам тут выпадет? 46 монет, отлично. Дядька Волосач. Плюс Ларри. И плюс билетики. Ну что же, вот теперь я прокачиваю полностью нашего Джо. Скорее всего. А у него сердечек, по-моему, нету, да? Блин, тогда нам придется прокачать Сварнова. О, а сварщик-то у меня полностью прокачан. А что это у него спутник, который также является оружием? Я, кстати, его не испытывал, да? Пора испытать. Да? Пора испытать на 36-й миссии. Что за спутник? Или мы все-таки... Тихо. Тихо, родной. Вали нафиг. Ну-ка, дай-ка я вот так вот. На. На. Блин, перезарядка-то дурацкая долгая. Вечная, я бы так сказал даже. Успеешь? Успеет. Так, Джо, ты там... Точнее, Рой, кузен. Помогай, помогай. Шикарно. Забористо. Великолепно. Лучше некуда. Куда ты прешь? Куда эти... Смотри, куда прешь? Блин. Так, пора, наверное, нам переключаться. Что за спутник? Что он делает? Давай проверим. И чё? Что? Что это было? За... Извини меня. За бредятина. Какое нафиг тоже оружие? Где оно нам... Помогло, я ничего не видел. Упала и лежала, все, больше ничего от нее не было. Ребят, я не знаю. Спутник летит, а, может быть, он падает на голову врагам. Только в этом случае, понятно. А то я думаю, что-то лежит там вообще. Ни слуха, ни духа, но это нужно попадать именно по стае врагам. Так, сколько у нас тут, 25 монет. Тормоз Джо и сосед Вилли. Ладно, главное, что мы с тобой проходим эти уровни. А уж каким образом это мало кого колышет. 37-й. Угу. Так, а я все-таки могу... О, прокачиваем, друзья мои. Прокачиваем нашего тормоза Джо. Улыбится еще. Ну и что у тебя открывается? Поздравляем, теперь у тебя есть разлив нефти. Разлив нефти. То есть, блин, а как вот это прокачивать? Разлив нефти, я так понимаю, если мы с тобой бросаем канистру, потом стреляем туда или бросаем что-нибудь так, взрывчатку, она, наверное, воспламеняется. Продержись 60 секунд. Понял? Будем держаться 60 секунд. Так, хочу посмотреть просто, что за разлив нефти, как он работает. Ну-ка, бросим. И... Разлив нефти, блин. И толку-то. Ой, скажи мне. Ну, если только вот так, наверное, делать. Предположим, да? И гранату сюда бросить. Так, а что делает? Она, ребята, она не загорается, эта нефть.
просто не загорается. Она вообще ничего не делает. В чем тогда смысл? Друзья, напишите в комментариях, я не понимаю. Или она просто наносит урон, если она будет, например, находиться на воде. Или что? Так, 2 секунды последние. Все, ребят, я выжил. Ну, я считаю, что здесь довольно легко было. Никаких проблем. Только насчет нефти я не понял. Я рассчитывал на то, что он бросает нефть, она разливается по речке, да? Мы, например, бросаем гранату или динамит, и она взрывается. Как бы загорается. Нет, здесь такого не было. А в чем тогда прикол? Мне даже нет ответа. На это нет ответа у меня. Может быть, она их замедляет. Но это, я считаю, фигня полная. Замедлять, ага, я понял. Замедлять врагов. Так, давай-ка мы с тобой возьмем нашего Сони. Да, мы его еще можем улучшить. Так, он получает у нас какой там, 5-й уровень. И что-то у него должно, по-моему, открыться на 5-м уровне. Да, это наш кузен Рой. Кузен Рой нам помогает хорошо защищаться от кого? От комариков, москитов, да? Где мой гриль, чувак? Твою ж налево, красная панда еще какая-то тут. Это он ищет свой гриль. На тебе гриль. Выкусил грилька, а? А вот этот крокодил, когда крутит свои ножички, ребята, куда они бегут так быстро? Эй! Нормуль. Когда они крутят свои ножички, они, ребят, получают уменьшенный урон. Причем в разы уменьшенный. Ага, ага. Я не знаю, что делает этот хмырь, но я не хочу даже смотреть. А рано или поздно придется глянуть, да? Правде в глаза. Ну-ну-ну-ну, еще кошары тут не хватало, а? Граната пошла. Ой-ой-ой-ой, смотри, что он делает. Он играет в пинг-понг. Просто играет в пинг-понг. Он подходит, начинает бомбить. Крокодил, крокодил, падай. Падай. Козявочник, а? С красной жопой. Заморозка, друзья мои, конечно, заморозка. Этих любителей пинг-понга нужно уничтожать. Бросаем гранату. Ну, ядрен батон. Так, хамилюша. Усохни. Так, вали. Ну что-то пошел на попятную. Что ты побежал-то куда-то? Кривозадый. Накося. Будешь знать, как с сыночком Сони связываться. Молодец, Сони, 5 баллов. Отразил атаку. Без всяких там бонусов, да? Фух. Так, ну что, звездочки, монетки. Ага, дают нам Ларри и дают нам Фрости. А сколько у нас вообще персонажей еще осталось открыть? Кому-нибудь это интересует? Меня лично очень интересует, и я сейчас хочу глянуть. Так, что у нас в магазине? Ух ты, бесплатно, 2 карточки на Paper. Возьму. А смотрится это все не здесь, да? Как обычно. Это смотрится у нас в семье. Ну что я тебе скажу, еще 3 не хватает. Вот, наверное, будет первый персонаж женского пола. А то я думаю, как у нас тут семья-то? А, нет, ребята, у нас же Пейпер, девочка, точно. То есть вот еще 2 и какая-то женщина, бабушка, скорее всего, это будет. Бабуля, бабуля. Так, ну что, у нас с тобой 39-я миссия. Я также выбираю Сони. Да воцарится хаос. Смотри, сразу начинает крутить, а? А у нас у Сони нету с тобой, да, пока никакого? Ни подствольничка, ничего. Мы даже не знаем, что у него там за вид оружия будет. Ну хорош крутить, блин. Вшивые крокодилы, а? Раздражает. На, в голову. Готов. Крысы, крысы, ой, крысы, блин. Конечно же, кошки. И крысы. Угу, не успела. А кто не успел, тот опоздал. Бросаем. Слушай, у меня такое ощущение, что вот эти вот чувачки, когда они облизываются, они то ли снимают с себя вот эти все негативы, то ли еще что-то. Почему они постоянно облизываются, а? Что им так нравится облизываться, объясни. О, крокодилы, когда в заморозке, вообще шикарно их бомбить. Так, горилла, пошла бы ты прочь, а? Не, ну Вилли хорош, ну согласись. Петушара прокукарекал.
Как говорится, дает отмашку врагам, да? Так, пока этот ножичками крутит, мы с тобой гориллу шваркнем. Ага, не успел кинуть свою козявку, вот так-то. Ну давай, 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 пробиваем. Фу. Все-таки он самый пока топовый, мне кажется. Несмотря на свой маленький уровень, пятый. Он довольно неплохо дает жару врагам. Да ладно. Бонусы не получили, вот это обидно. И ящик дали еще задрипанный какой-то. 31 монетка с вороной. Что нам так на ларе-то сразу начали давать карточки? Ведь не на нем же, как говорится, клин клином сошелся. Давайте мне на других персонажей. Так, подожди-ка, это у нас конец второго этапа. По идее, должен быть босс. По идее, должен быть здесь босс. Я беру, друзья мои, Сони. Но у нас написано «Защити куриц». Крылышки гриль. Крылышки гриль. Блин, вот эта курица, которая там ближе всех стоит, это, конечно, трындец. Это подстава. Самая настоящая подстава, потому что ее будут в первую очередь бомбить. Вот ты видишь, да? Как это будет происходить. Но... Да трындец. Успел. Бросаем. Не надо. Оставьте куриц в покое. Бросаем. Петушара, ты хорош там отмашку давать, блин. Ну, это там скулит. Успел? Успел? Не успел. Есть контакт? Найс. Фулл хп, по идее, да? Нет, бонуса здоровья всего 2000, а должно быть 4, если фулл хп. Ну, главное, что я прошел. Слушай, ну почему же здесь они не сделали босса? Я буду плак-плак сейчас делать. Как же так? Я хотел босса посмотреть, ребята. Они какие-то тут сделали просто «Защити куриц». Все. А, вот у нас где. Так, друзья мои, ну, естественно, эпизод третий мы с вами начнем, но сегодня проходить не будем. И я тебе скажу даже более того, что, скорее всего, будет обновление скоро. Очень скоро. Они на этом не остановятся. Они, может быть, даже добавят какие-то новые режимы. Так, ну что, я начну. Начну, ребята. И ради того, чтобы хотя бы получить нам с тобой вот этот вот супер-пупер сундук. Возьмем, наверное, Вэя. Прапать я его не могу. Но, тем не менее, начну. Поехали. Эпизод третий, заодно посмотрим, что же здесь поменяется. Опасные деньки, да? Тут зима. Ох, ё, росомаха. С калашом. Ты серьезно? С калашом, ну чисто. О, тут и крокодилы уже пошли в касках. Все, ё-моё. Пошла вторая мировая, ё-моё. Или третья мировая, какая там. Ты хорош, эй. Росомаха, угомонись. Так, ребят, ну понятно, усиление, да? Только в России такое может быть. Вазу бросай давай. Ну. Крякнул. Да, росомахи тут. Да чтоб тебе. Тут еще эти фрицы в касках, блин. Ай. Понятно. Вэй. Это не Вьетнам, ё-моё. Ты видишь, что тут происходит. Шесть какая-то. У нас есть дракон, кстати, с тобой. Я что-то про него и забыл. Нате, гаденыш, выкусите. Вспомнили вьетнамские фейерверки? Ну, вот так-то вот, дядюшка Вэй вам напомнит. Что, 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 ну куда ты бежишь? Куда ты... Бежит он здесь. На тебе Хиросиму. Так, так. Найс, и последний, последний пройдоха. Изи. Все, друзья мои, прошли с горем пополам на три светлячка. Фух. Так, сундук, конечно, не очень хороший, всего лишь три награды. Так, Фрости и Пейпер. Но зато я, по-моему, могу прапать, да, нашего дядюшку Вэя. А, еще же супер награда, точно. 84 монеты, Вэй. 13 карточек на него. На Вилли 13 карточек, на Фрости 10.
И билеты. Я считаю, что это неплохо. Так, где моя семья? Давай сюда зайдем и посмотрим. Так, Вэя. Или же, давай Ларри, наверное. Нет, Вэя все-таки. Все-таки Вэя. Давай мы тебя прокачаем маленько. Что ты там дергаешься? Он получает шестой... Нет, седьмой уровень. Седьмой, конечно же. Поздравляем, теперь у тебя есть воздушный удар. Это что-то типа того, ребята, который был у нас, когда выжить 60 секунд. Помнишь, там авиаудар есть? Мне кажется, это что-то типа того. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте будем закругляться. Обязательно с вами пройдем в ближайшее время, может быть, еще за серии 2, может быть, одну. Эпизод 3, и нам останется только ждать дополнения. Так что всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам.